А сейчас я предлагаю выйти за Ирину Ивановну, чтобы поблагодарить ее за то, что она столько лет несла счастливое, несчастное ярмо совместно жить. Счастливое. Ирина Ивановна. Я думаю, что, дорогие друзья, вот состоялся Сергей Александрович, не только вот родители, да, наверное, прежде всего, когда образовалась семья, заслуга большая, женщины, прекрасные половины. Это тоже все, конечно, безусловно, тыл. От этого, ну вот мне хочется выпить за твою Леночку, как ты называешь, как мы уже ее все знаем, Елену. Прекрасно. Да. Чтобы, во-первых, ты не уставал от любви к ней. Это самое главное. От любви я устаю невозможно. Ну, это бывает. Мне хочется пожелать этого, да. Что у тебя прекрасная жена, и мы рады, что это так. И это за вас. За вас. Я вам раскрываю все тайны. Ну, Леночка, за вас. Приятно. Ну хоть за жены-то спой, ну давай. Чемчугами украсит трасса. Только ночь, да ночь по земле, была бы только тройка.
Thank you.
meet and love me sweet. Never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Love me tender, love me through. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you. And I love you. А здесь, знаешь, как пикон, сейчас пикон.